Привет, Део. Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой секретарь, возможно, опубликует твои комменты. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь в виде видеокниги, аудиокниги. В книге собраны все мои ошибки и падения. Но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Рассказ номер 11. Фрилансер. Действие происходило 9 ноября 2013 года. Я буду говорить своим голосом. Саня будет говорить таким голосом. Кстати, я как бывшего менеджера моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160 5878. Так, поехали. Да это все демагогия. Вот еще немного демагогии. Отправил немое кино. Вот какая классная работа у меня была дома. Из-за того, что ПК слабенький, одноядерный, и незнание Excel и Word 2010, они у меня на ПК не ставятся. Вообще! У меня стоит версия 2003 года. Прошел стажировку в 4 дня за 200 гривен. Ну, получил, оплатили все. Поэтому мне твое вчерашнее предложение как раз кстати. Такой работы можешь поискать тут. Вот тебе ссылочка на freelancer.ua. Как там вчерашним звонарем звонил, писал? Не, тишина! Ты писал тексты для сайтов? Умеешь писать тексты для сайтов? Ты имеешь в виду контент? Контекст? Ага, рерайт или копирайт. Вот ссылочка на фрилансер. Вот, например, смотри. В сентябре договаривался в Харькове к Яшину, но ему нужен был человек с опытом. Вот рехся на сайте, что кинул фриланс, и тупо кидай, что можешь выполнить. Ну и договаривайся, выполняй, если есть желание работать дома. Еще бы, ха, конечно есть. Вот тебе ссылочка на фриланс. Короче, пиши сочинение и получай бабки. Раз в день с утреца, например, заходи, просматривай и предлагай свои услуги. Вот тебе еще ссылочка. Вот еще похожий сайтик. Weblancer.net. Ты что делаешь? Смотрел эти фильмы? «Пираты Силиконовой долины», «Социальная сеть»? Да, смотрел. Слушай, анекдот дня. Пришел Янукович к гадалке и спрашивает ее. Расскажи мне о будущем, гадалка ему, и говорит. Вижу, ты едешь в машине с открытым верхом. Вижу вокруг машины людей. Янукович удивился. Гадалка продолжает. Вижу, что эти люди очень рады. Они стоят шариками и хлопают руками. У них очень счастливые лица. Янукович улыбнулся и говорит. Ну да, народ меня любит. А я могу пожать им руки? Нет. А почему? Крышка гроба закрыта. Ну что, звонил, писал? Нет, да забей уже на него. Я если напишет, сразу тебе сообщу. Откуда он узнал о тебе с фриланса? Премьера! Ха-ха-ха-ха! Хороший источник, раскрученный. Один лохотрон, блин. Там объяву дашь раз, а потом будет годами висеть, как наполнение сайта. Ну, привет, друг. Ты слышал очередной рассказ «Фрилансер», рассказ 11. Каждую субботу на моем канале, в данном плейлисте, мои рассказы и мемуары, очередной рассказ от меня лично. Никакой лжи, никакого придумывания, никаких фантазий. Все честно и не понарошку. Подписывайся, и ты будешь в курсе моих новых рассказов. Слушай и вникай.
не допускай таких ошибок, и ты будешь быстрее двигаться к вершине своего я. Пока-пока. Ну, граждане алкоголики, тунеядцы.